Большая Балашиха Лайф. Новости. Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг 500 лучших участковых терапевтов и врачей общей практики. В него вошло более 20 подмосковных специалистов. Среди них Екатерина Дьяконова, заведующая поликлиникой номер 1 в Кучино. Екатерина Алексеевна занимает свой пост уже 21 год, но признание на федеральном уровне для нее стало неожиданностью. Я как работаю, так и работаю. В один прекрасный день Минздрав мне сообщает, что я вошла в топ-500 лучших врачей. В Балашихе она единственный доктор, вошедший в престижный список. Рейтинг основан на абсолютно объективных показателях, таких как уровень заболеваемости и смертности, профилактическая работа, наблюдение за хроническими больными, количество госпитализаций и вызовы в скорой помощи на участке. Екатерина Дьяконова не только выдающийся врач, но и опытный руководитель. Сплоченный коллектив – явное тому подтверждение. Я обожаю молодежь. У меня очень много молодых и нет текучки. Если человек пришел сюда, то я думаю, он будет до пенсии работать. Серьезно вам говорю. У меня зам мой молодая. Терапевты, которые приходят, девочки, сейчас я второго зама буду, ей вообще 28 лет. Екатерина Алексеевна из династии медиков в третьем поколении. Свою карьеру начала еще подростком, в 14 лет. Начала я с санитарки, работала в урологическом отделении, потом плавно закончила мединститут, параллельно работая медсестрой. Ну и после этого стала работать участковым терапевтом. Занимая должность заведующей первой поликлиники, продолжает работу на местах. Работу участкового терапевта не бросала ни на минуту, потому что считаю, что врач сам на себе должен опробовать методики все новые изучить приказы, только после этого донести до своего коллектива. Поэтому график очень плотный, каждая секунда на счету. Мой рабочий день начинается в 8 утра. До 12 часов у меня прием. Причем при нашей работе это электронная запись, это каждые минуты рассчитаны. После 12 у меня до 4 идет административная работа, а с 4 я еще хожу по вызовам. Екатерина Алексеевна – хороший пример для своих коллег. А благодарственное письмо от губернатора – это высокая оценка ее труда. Ася Каренина, Виктор Демин, Роман Суслов, Большая Балашиха Лайф. Большая Балашиха Лайф. Новости.